Ну вот, я одел на шланг вот этот клапан. И как бы он очень жестко, я вот одной рукой никак не сорвать, кое-как. Он плотненько туда тогда ходит, четко вообще. Ну, фокусируйся, хорош, баловаться. Вот. Он плотненько заходит, вполне не надо никаких зажимов, ничего. Обои не одинакового размера, так понимаю. Что выпускной, то выпускной. Вот, так что помогите притереть клапана советом. Кто это делал, расскажите еще разок. Сам, наверное, один раз такой в жизни притирал. И то деду, ну, вроде бы ездил, все нормально. Но это очень так давно было, что уже сам, наверное, забыл. Так что жду ваши комментарии. Хотела бы узнать, как что почем. Буду чистить, дочищать клапана на гароту здесь, который появился чуть-чуть. Вот. Ну, все тогда. Жду ваше внимание, просмотров. Если что-то не так, пишите комментарии. Может, получится видео сделать получше, покачественней. Вот, я делаю видео без монтажа, от первого лица, грубо говоря. Если вам не нравится, то пишите прямо. Предлагайте, может, программки какие будем пробовать развиваться. Вот. Ну, а так видео делаю чисто для вас, для простого люда. Ну вот. Ну и для себя в далеком прошлом посмотреть, научиться. Спасибо за внимание. Жду ваши комментарии.